Вопросы, связанные с совершением нотариальных действий на прямую телефонную линию, начали поступать с самого утра. Характер обращений и самые разные направленности. Представителей старшего поколения традиционно интересовали вопросы оформления завещаний, наследства, дарения имущества. В центре внимания молодежи – регистрация займов. Также сегодня, в преддверии летнего периода, особенно актуальной становится тема порядка выезда несовершеннолетних детей за границу. Согласие родителей необходимо, обоих родителей необходимо, если ребенок выезжает за пределы Республики Беларусь в сопровождении иного лица. Если ребенок выезжает в сопровождении одного из родителей, согласие второго не нужно. Но при оформлении визы нужно согласие обоих родителей. Кто-то интересовался общими юридическими вопросами, кто-то обратился для решения личной жизненной ситуации. Каждому, кто звонил, было дано исчерпывающее разъяснение. В работе с обращениями важен индивидуальный подход исключительно к каждой проблеме. Мелких вопросов не бывает. Бывают такие, которые требуют более углубленного изучения. Поступают вопросы, на которые нельзя сразу дать какой-то конкретный ответ. Поэтому мы все-таки предлагаем прийти в нотариальную контору для ознакомления со всеми необходимыми документами и получения конкретной консультации. Специалисты городской нотариальной конторы на связи с брещанами регулярно. Прямые телефонные линии проводятся раз в 3 месяца. Как правило, за 2-3 часа поступает порядка 30 вопросов. Нотариусы говорят, что сегодня правовая культура населения повышается, особенно подкованы молодые люди.